на видео зафиксировал, как телефон пытались, кстати. Это видео я скинул. Пытались или увидели, что я на камеру снимаю их, и пытались телефон забрать. Все на видео зафиксировали. Нам же разделиться надо, чтобы их вместе в кучу свести, если они увидят. Тебя к Андрею у меня, если что, то еще кучу. Как вы додумались сами идти, я вообще не понимаю. Вы понимаете, что мы вместе все-таки имеем представление вообще, как себя и что дальше. Мы же не слезем, пока не добьемся. А вот так вот, одиночка, они сейчас делают каким-то психически больным или еще. Это же у них это скажут, НКВДшные скажут, штучки, вы просто не знали эти. Это вы еще отделались легким испугом. Он нападал, красался, пил, с ножом. Не говоришь, да, да. Еще и подцепятся, скажут наркоманы и идиот. Видели, знаешь, тут пультик, машинка, с кастетом, он был с кастетом. 100% понятно, что происходит. Да, да. Происходит то, что сейчас будет их ножом по подмогу. Ну, пришли. Вот и давайте, ребята.